Всем привет, друзья, с вами Вадим Дакахаус. Играем в зомби-карту. Разведываем территорию. Я не удивлюсь, если мы опять с Вадимом будем. Ну я в самом центре, ну не сам, чуть ниже левее центра. Так я значит с тобой реально. Да лол, чё за жизнь с Сигдачом? Разве это жизнь? Ну, сейчас главное не наткнуться на Nexus, который, блин, убивает тебя сразу. Псих какой-то рядом. Блин, а псих, надеюсь, свой? Ну да, Вадим, мне кажется, я с тобой сейчас буду. Ну, ты говоришь, не в центра. Блин, надеюсь, он не будет за мной бегать. Так он же псих, он не понимает тебя. А, ну в целом да. Он делает как хочет. Что это за лабиринты тут? Блин, у меня первый раз, кстати, уже очередной человек подумал, что это... Блин, мы с челом прямо рядом в узком таком проходе. Так, тут камень, тут железо. Не, в принципе, нормас. Только получается, что... Ну, во-первых, его убьют первым, скорее всего, из плюсов. Что это за пати? Что это за поселение из домов? Так дома ломай, ты получаешь ресы с этого. Это имба. Я 50 домов нашел. Так это круто вообще. Только ты после того, как ломаешь, оттуда выходит типа этот чувак. Тут нейтралы есть. Нейтралов тут нет. Это если ты дома имеешь в виду, то их надо разбить. А, ну... Нет, тут именно здание чувака какого-то, но он коричневый. У нас коричневый... это, короче, аванпосты, да, это тоже надо ломать. С ними лучше не сталкиваться в ближайшие минут 15. А, но потом их надо будет ломать. Они тоже нападают? Нет, они не нападают, просто у них очень много атаки, поэтому и мультишот. Много атак, их можно будет тоже хорошие ресы залутать, но потом, попозже лучше. Так, и здесь закрытая площадка, что-то у меня везде закрыто. Ну вот здесь вот еще, конечно, проходы есть. Ну я понял, короче, у меня... Я нашел два железа. Нежить. Два железа нашел? Да, и два коня. Ну, коней можно потом приручать, но это как бы так, на будущее, чтобы строить конных рыцарей. Но у меня очень много камня. У меня прям все в камне. Ну, блин, толку-то. Я нашел, я сломал домик, а там 3 рабочих и ополченец. Такой кайф. Круто, круто вообще, да. Еще деньги. Еще и деньги? Да, вообще кайф. Ну я что, я тоже нашел дома, в принципе. Надо тогда сейчас побольше дерева рубить, потому что, может быть, там будет золото, а дерево там вряд ли будет. И, кстати, тут дом один. Возможно, мы этот дом пилим вместе с Сигдачом, например. Ну, в смысле, соседний дом. Сигдач, короче, сосед. Сосед, потом. Сигдач, сосед. Так, ну что? Как достать соседа? Так, что, давайте бабки. Бабки давайте. О, 400 голды и зомби. Ну, зомби нам не нужны, пожалуй. А голда пусть будет. Так, 400 голды, это еще 2 фермы. Я нашел 3 железа. Хорош. Ну, железо пригодится. Главное, еще уголь там какой-нибудь такое. Прям... Больше ничего нет. Блин, единственное, вот мне непонятны планы оранжевого. Он просто отдастся об зомби. Либо он будет пытаться меня убить. Либо что вообще? Типа, ну это псих. Действительно, не стоит каких-то уравновешенных действий от этого товарища ждать. Не, ну то, что есть дома рядом, это прям вообще огонь. Халявные деньги. Особенно если халявные отряды будут, то вообще огонь. Найс, блин. 300 голды. Кекса тебя уничтожают там? Меня двоих убили этих ополченцев. И новых, какие проблемы? Барак 500 стоит такие. Да. Вот в чем проблема. Так, о, еще дом. Найс. Так, ну что, сейчас надо строить фермы массово. А ты что стоишь? Стоит просто так. А у меня почему-то рабочая иконка нежити. Я что, стал зомби, что ли? Получается зомби. Зомби. Так, что, сейчас почти доламываем дом. Главное вовремя убежать оттуда. О, найс, новый отряд. Блин, не-не-не-не-не. Новый отряд, конечно, дали, но это не значит, что мы... Так, сейчас я, короче, тут работягами пойду, строить тут буду фермы, потому что... Нет. Потому что у дома я запарился строить эти фермы, блин, постоянно застреваю. Сейчас еще 3 работяг отправлю строить фермы нон-стопом. И... Так, нормально. Так, здесь конь. Конь мне не нужен. И, кстати, опять закрытый проход. Интересно, может быть, мне повезло, и тут особо ничего нету. Че, конь там не валялся? Не, он стоит. У меня вчера была прикольная история, кстати, я сейчас довольно рано ложусь. Сигдач, не надо бить меня. И, короче, какие-то соседи очень громко смотрели телек, прям писец на 200 000% громкости, и так, что я слышал аж. Вот. И я, короче, притащил Яндекс-колонку мощную, которую большую, и включил на всю громкость, на 10-ю громкость «Спокойной ночи, малыши». Ого, Алекс Red рядом. На всю громкость включил «Спокойной ночи, малыши». И вроде через как, ну, еще, наверное, громче того телека. Через какое-то время, в ближайшее время, короче, они вырубили свой телек. Не знаю, это совпадение или нет. Оно обучается, да? Да. Блин, Алекс Реда еще нашел. Я думал, там никого нет. Так, а тут что? Вот осталось здесь разбежать. А у меня с одной стороны только проход, так клево. Ну блин, а еще, может, у тебя фермы, ну типа эти есть? И дома есть, да? У меня домов нет вообще. Там и дома есть, и камень, и железо, и вот это, я не знаю, это уголь? Нет, это железо. Так, о, что-то я нашел тут прям проход. Блин, тут у меня, конечно... Ой, сейчас я все... Вот я чувствую, у меня стоит куча рабочих, чтобы строить дома. Чувствую, всех их я застрою через какое-то время. Почему здесь строить-то? Алло, строй. Так, нормально. Надо аккуратно, потому что я запарился сам себя застраивать, конечно. Так, строим еще крестьян, строим... Правда, я сейчас, блин, может, прорублюсь к кому-нибудь, будет не очень, конечно. О! Что мои чуваки вдруг на зомби быканули. Зомби. Мне на самом деле интересно, как они быканули на зомби. Зомби, ну иди сюда! Да, типа того. Так, здесь получается конец, и там 2 угольных шахты. Это прям вообще огонь. Ко мне толпа пришла огромная. Ого. Надеюсь, ты далеко от меня. Да. Ты далеко. Так, что, строим здесь фермы? Я уже не знаю, где строить фермы, если честно. Так, конь, ты меня пропустишь? О, фух, я боялся, что там хоть... Потому что конь не валялся, там не пройти. Но нет, там нормально. Так, 2 угольные шахты. А здесь конец. О, так я что-то, честно говоря, не знаю, где вообще выход в мир. У меня выход в мир через игроков. Надо поэтому очень аккуратно как бы пробегать, смотреть, что как. А, нет, так тут человек просто изолирован, как бы. Тогда сюда схожу. Кстати, твоя тактика с отманиванием на воинов работает. Да, так это огонь. Рабочие бьют почти с силой воинов, а да. Зомби бегают за воинами. Ну, понимаешь, если придут 2 здоровяка, которые почти ваншотают, тут, к сожалению, стратегия не работает. Так, что тут у чувака вышка? Чувака ничего нету. Ну, не знаю, блин, мне кажется, что вот рандомно вот этого психа лучше снести через какое-то время, ну, типа, чтобы... Ну, мало ли, вдруг он захочет на меня нападать, что-то еще. Превентивно, короче. Превентивно. Тут вообще суть карты в ПВП, поэтому тебе в любом случае надо бы его снести. Не знаю, автор карты говорит, что он делал ее как ПВЕ карту. Классно, поэтому вы все враги, да? Ну... Логика потрясающая, на самом деле. Ай. Блин. Это я Алекс Реда отдал юнита. А, о, еще тут есть место неразведанное. Блин, а там что интересно? Ух, красота, ребята, вы чё? Не-не-не-не-не. Рядом со мной нет никого на протяжении 3 километров. Это нормально? Игроков, или да. Зомби? Ну, это лучше, чем кто-то есть. Это хуже, потому что, блин, зомби. Все только зомби на меня. Типа на тебя? А, да. Здесь просто пустая площадка. Офигеть, сколько пустых площадок-то. Лол, я уже одну площадку фермами застроил, сейчас иду вторую. Просто какой-то этот, уничтожение леса. Сколько инкома у тебя? У меня 547 немного. А какими? Как? Я строю ферму, в смысле, как? Я по КД тоже строю ферму, у меня 180. Видимо, у тебя КД высокий. Че я могу сделать-то? Ну, я домал-мал на деньги с домов. Дома — это очень хороший буст в начале. А, ну да-да. Я там 800... я, например, на войска очень много трачу, поэтому у меня... Я вообще не трачу на войска, да, еще. Вот, да. Мне сейчас проперло, как бы, поэтому да. У меня научника жалование 2 монетки, на полченца 1. У меня пачка войск. Тоже такая история. И угля нет. А у меня вдалеке 2 площадки с углем вообще нафиг. Так, надо бы уже камень строить. Камень. Текс. Где-то тут у меня был камень рядом с человеком, по-моему. Блин, а у него тут этот... А вот 2 камня. Не, нормально. Текс, тогда строим тут шахту. На шахту, блин, 5, обслуживание 5. Вообще, миллиарды какие-то. Что такое? Не, ну строить фермы, которые дают инком, это просто, блин, этот... Мега тема во всех картах уже. Сколько карт ты этим занимаешься? Так, получается, мне реально больше нечего разведывать. Я разведал все, и у меня либо... А, у меня просто 2 игрока защищают меня от толпы. Надеюсь, что они не сдохнут, потому что как? Когда тебя защищают, ты такой, типа, ну, халява. В целом. А потом 500 человек к тебе приходит. Ой, черт, это как раз псих. Бэд. And I dead. Как он dead-то? А как они к нему пришли? Он сам их нашел. А как? Как он их нашел? Он изолирован от мира. Ну, он дает, конечно. Но я пойду разведаю, что там у него. Откуда? У него миллион зомби на базе, у него база изолирована. Может, не совсем изолирована. Так нет, ну в смысле, она реально изолирована. А как это так-то? Получается, нет. Получается, не изолирована, да? Ты ее изолировал, что ли? Так нет, но она реально изолирована. А, ну получается, они могли пойти ко мне, но пошли к нему. В целом, грех жаловаться мне, конечно. Так, это шахту строить. Ну, придется 2 барака строить. Strong units. Strong units. Что делать-то, блин? Да, там же дальше потом появляются сильные юниты. Ой, я нашел ванпала. Да. Ты меня давно уже нашел. Не, я только сейчас тебя нашел. Ну, ты у меня полчаса почти убил. Когда-то. Когда-то давно. Ну, сравнительно. Так, чё, давайте тут, ребятки. Блин. В шахту в эту попасть, конечно, сложно. Так, чё, строим юнитов? Блин, ну если на кого-то уже нападают те, кому милиция наносит 0 урона, это, конечно, плохие новости так-то. Так, нужно больше инкома. Кто-нибудь тир 2 сделал уже, нет? Нет, конечно же. Я близок к этому. Блин, а как уголь будет, я забыл. Коал. А, не, коалу тогда. Не знаю, короче, так сойдет. Сейчас объясним ребятам англоязычным, как играть в карту на русском, блин. Я сейчас тоже это угля построю. Блин, видите, он не знает это слово, к сожалению. Прям как я. Так, чё, вы давайте стройте. Стройте. Чё, железо добываем, все добываем. Где еще? Вот еще железо есть. Ну, блин, я прорубаю себе дорогу, это, конечно, плохо. Да ладно, наплевать, типа, я сильный. А хил тут есть хоть какой-то? Все, прорубил дорогу нафиг. Или не очень нафиг. Ни хрена себе! Ого, а тут прям очень много территории. Посмотрим, что тут за территория. О, тут шахта есть. Закуток. Мечники разбираются с этой всей фигней. Текс, надо сейчас угля добыть, надо сделать... Надо камни добыть, надо сделать тир 2. Ого! Какого-то ван чела нашел. Ну, кстати, хорошо, что он тут, значит. Поясню за свои действия. Так, блин, о, можно, кстати, рядом камень занять в наглую. Типа сказать, это мой. Но он, кстати, реально близко к моей базе. Текс. А, псих еще наш, лол. В порядке. Псих красавчик. Так, че, надо где-то еще построить лесопилку поближе. Надо построить кузницы. А, угля 0. А, блин, а где уголь-то? Справа, вот если чуть дальше пойдешь вниз. А, я его не добываю, ёшки ж. Блин, я построил шахты, а надо же еще... Ну ладно, сейчас быстренько добуду. Построил шахту, надо еще добывать. Да вообще. Ну они еще не заходят в эту шахту. А, вот еще. Так, ой, здесь кто-то. Что-то прям очень много живых людей, на удивление. Пока что. Пока что живых, да, важное. А, о, я построил максимум инкомных зданий, кстати. И сколько тут максимум? Ну, 867 у меня инкома, но у меня очень много ферм, там всякой фигни. Ой, фу, кузниц, в смысле, шахт, юнит. Ну, сейчас я тир 2 делаю, их можно будет улучшить, в принципе. Так, на рынке можно что-то торговать, я помню. Сейчас надо рынок воткнуть. А, у барака обслуживания 10 золота, ого. Ты решил, что пора барак воткнуть? Да не, чела рядом со мной убивали, поэтому я барак давно воткнул. Так-то я бы... Я понял, да, хорошо. Ну, я, честно говоря, до сих пор не понимаю, он абсолютно изолирован от мира. Как его убивали-то? Он как-то живет. А, он прорубил, что ли, выход? А, он выход прорубил, лол. Ой, тут дома. Ой, тут дома, рудники. Блин, может его снести? А псих наш вообще нет, кто не знает? Ну, если он разговаривает, то... А, ко мне идет большой сил. Спасибо. Я вот даже не знаю, стоит его убить, чтобы снести дома, заработать денег, построить шахты. Или типа он меня защищает от мира, пусть как бы лучше дальше защищает. Зомби пришел. Да, большой. Не-не, небольшой, пока небольшой. А, мне большой. Большой это плохо прям. Блин, опять не заходит в здание. Так, все, я построил кузницу, нойс. А зомби пробегает мимо чувака, блин, я надеялся, что... Вадим, а ты сверху ко мне пришел или слева? А ты кто вообще? Ты где? Я Будда. Ты меня пробегал. Ко мне огромный зомби идет, его. А, вот он к тебе от меня пришел. Спасибо вообще. Всегда, пожалуйста. Недостаточно железа, блин, железа не хватает. Так, рыцарь, 140 железа, блин. Блин, не дают мне построить грейд на... атаку. Сейчас я грейд на атаку сделаю, мне кажется, я буду прям нормальным чуваком. Так себе, как человек или что? Ну, такой средненький. Блин, офигеть, откуда от тебя столько людей-то пришло? Они на ферму, ой, на рудник мы напали и ушли. Я не виноват. Напали на рудник. Напали на рудник. Блин, меня юнитов убили, но зато чуть инком повысился. Уа, там толпа. Так, ну нормас, я сделал, кстати, этот, ближнюю атаку, сейчас щиты еще сделаю. Есть мушкетеры какие-то, а вон мушкетеры. Можно еще фермы, кстати, улучшать в лесопильные штуки. Фермы в лесопилке? Как проект. Ты форт имеешь в виду, надо когда построить? Не, а что за форт? Ну, главка. Офигеть, откуда столько людей? Блин, зря я туда прорубился, конечно. Прям реально зря. Блин, железа не хватает, писец железа не хватает. А где железо-то у меня? Так, купить железо. У тебя очень много железа, но не хватает всего остального. Так, ладно, что, я сейчас рыцаря построю, найс. В доме 700 золота. А, и двух больших зомби еще нашел. Вот зомби, отстаньте. А, о, у меня тут рабочий есть. А, ну правда, новый инком рабочих-то мне не наладить. Нужен инком рабочих. Так. Ага, ну пофиг, строим тут шахту. Ctrl 4 тут будет. Надо. Теперь он точно умер. Блин. Кто умер? А, блин, он умер. Значит, на меня теперь еще с той стороны будут нападать? А, камень не нужен, блин. Охренеть, тут жопа. О, мечник вышел. Сейчас мечник, мне кажется, со всеми разберется. Сейчас посмотрим, пробивает ли мечника. Не, мечника вообще не пробивает. Короче, смотрите, все юниты, кроме больших скелетов, не пробивают мечника вообще. То есть 0 урона. Это отлично. А, меня пробивают. Меня пробивают. Мечника. Не мечника, рыцаря, извините. А, ну рыцарь, блин, да рыцаря. Ну, да. Просто один рыцарь, как бы, получается, заменяет все, что... Что, построишь, не? Рыцарь. Блин, но меня убили, походу. Да вы, алё, там это... Да, меня, походу, убили. Видимо, от кого-то толпа пришла. Я, короче, справа по центру. Так, справа, а я сейчас, кстати, этот буду мастеров строить на все руки-то. Пусть они... Ну, они мне сейчас главку чесут, я типа закончился. А, тут реально от чела ничего не осталось-то. А, железо у меня нормально, вон, еще рыцаря построю. Так, давай нападай. А, меня снесли все и... А ты далеко от меня? Ты далеко. Я по центру справа был. А вот еще уголь, вот еще железо у меня есть, ну есть. Добиваем, наверное, оранжевый. Не, слушайте, юниты с грейдами, они намного сильнее юнитов без грейдов. Прям вообще в разы. Я вот сейчас чувака прям сношу вообще жестко. Стальная броня. Там угля надо. Так. Сделаем все это. Арбалетчики, копейщики, баллисты. Бедный чувак, ну чё? Ого, тут луч! Ого! Тут просто 3000 скелетов идет. Я думал, сейчас железную шахту отожму. Походу, ни черта я не отожму. Ну ладно, построю тут камень, чтобы будет добывать. Камень-то нужен для улучшения инкомных зданий, так что, в принципе. Дайте уж зайти-то. Так, ну что, получается, здесь у меня держит проход один рыцарь. Мы его сюда отправим. Здесь надо построить шахту. Хотя, блин, жалование тоже непонятно. Они в 5 раз больше жалования жрут. Уже неплохо все. Ну, мне базу сломали. Типа, я остался, конечно, но толку. Вадим, ты с Ютуба? Нет? Как у тебя там дела? Случайно. С Твича он. Пойду рыть. Так, броня. Железный бой. Латы. Так, не, ну реально надо мечников строить просто и все. Блин, я задолбался этих чуваков строить 3000 лет. Алекс Red тут бегает. Эвакуация. Нормально. Да, со мной ему лучше, наверное, не воевать. Так, надо сейчас просто строить очень много инженеров, чтобы добывать камень в больших количествах, чтобы делать инкомные здания второго левела. Так, что здесь большие зомбари? Ну, можно их завалить, кстати. А, так у меня тут этот мечник большой, так что нормально. Блин, вот даже нет никакого смысла валить зомби вот этих вот, если честно. Ну да, блин, странно, что золото не дается за это дело. Очень странно. Блин, еле-еле я валю этих зомби. Не, ну мечник, он еще и танкует хорошо, это прям вообще дичь какая-то. На всякий случай сделаю доспехи за 6000. А, недостаточно ресурсов. Ты имеешь в виду рыцарь, а не мечник? Да. Ну, короче, рыцарь, да. Да. Все, что я говорю мечник, это все рыцарь. Текс. Нужно еще работяг тут просто разведать. Ну, пока у меня вот чисто несколько рыцарей, которые готовы защищать меня. Мне очень не нравится, что главку нельзя новую построить. Ага, да. Типа у меня есть рабочие, они выжили, но я ничего не могу сделать. А, ну, заново, меня... типа, ну да. У меня теперь куча ресурсов, куча всего, но я типа сижу такой, ну ок. Да, про что я и говорил. Это как бы не первого дня проблема. Про что ты и говорил, да. Так, что, строим этих мастеров. Мастеров ломают. А, мечник, алло, а мечник стоит. Подождите, забегайте в шахту. Мечник тут сейчас всех капусту порубит вообще. Они мечника не пробивают. Это найс, конечно. Мечники очень хорошие ребята. Да. Так, у меня 1100 инкома, кстати. Нормально. Нормально, да. Меня тоже 600, потому что меня атакуют на постоянке. Нет, ну я типа сдох уже, у меня базы уже нет. Блин, ну мечник так всех рубит, просто писец, конечно. Ну, рыцарь, который. Только у него жалование. Ну ты в Т2 выйти успел, а я что-то не успел выйти в Т2. Я думал, что у меня эти альбардисты и двуручные мечники разберутся. А что-то там пришло 5 толстяков, 3 этих каких-то жестких пацана скелетных, и все. Я рассыпался. Блин, тут они идут и идут. О. Так. Сзади этот чувачок за зомби еще идет. Ать. Нет, проходи. Алекс Ред потрясающий, дает советы просто. Купить 100 угля за 2000 золота. Да, цены так себе, блин. В чем логика? Купить 100 камня за 1000 золотых желез, все... все одинаково, типа, да? Типа железо самое невыгодное, типа самое дорогое. Ну да, логично. Меня снесли. Просто одна толпа пришла. Так, надо реген еще качнуть получше, потому что рыцаря почти никто не пробивает. А кто-то тут, кстати, видимо, пробивал рыцаря. А, не пробивает. Жесть, ну я убил уже очень много зомби прям. Блин, надо было, наверное, всадника делать, а не рыцаря. Что-то я... Да, всадники же плюс-минус сразу доступны. А, всадники, да, реально сразу? Практически, да. Там коня можно купить в рынке. Ну да, либо приручить. Ой, у меня толпа снизу пришла теперь. Ой, я сейчас еще двух рыцарей строю. Блин, а где? У меня там был рыцарь вроде как. Жесть. У меня вторжение на базу внеплановое. А, ну здесь всего один здоровяк, так что в принципе... У тебя бывают плановые вторжения в базу? Ну, когда ты ожидаешь, когда ты там стоишь, ждешь, думаешь, сейчас... Фотку нам об этом рассказываешь. У нас проходит учение, ребят! Да, да, да. Плановое вторжение. Блин, не ломайте, алло, оно камень стоит. Вот вонючки. О, а здесь супер мечники, вот которых как раз обычные эти не пробивают. Некрополь снести можно? Ну можно, но очень сложно, у него мультишот. Я вот думаю, 5 рыцарей справятся? Вряд ли. Рыцари? Ого, у тебя 5 рыцарей. У меня тут просто постоянные толпы идут. Ого! Вот тут толпа, так толпа. Блин, очень сильный, вот есть чел, скелет-рыцарь. А с кем, а чем хп-реген увеличивать? Метаболизмом вот этим? В лесопилке. В лесопилке только, да. Длительная тренировка. Нет! Блин, жестко-то как. Да блин, что они тут... 22 хп у меня у базы, офигеть, я выжил. Красавчик. Блин, ну что-то ну, непонятно смысл, вот что типа делать сейчас. Ну типа я держусь, я, наверное, молодец или не очень. Ну, вообще, типа, карта ПВПшная по итогу, надо что-то... Да какая ПВПшная тут? На меня с двух сторон две колбасы идут огромные. А, ну я доиграл. Такое ПВП, Вадим. Какие-то рыцари просто пришли, снесли мне все. А, ну рыцари они жесткие, да. Вторая волна сразу же после того пошла. Ну, нужно железа много. У меня железа, в принципе, много и так. Просто с двух сторон пришли и снесли. Ады. О, скелеты лучники пожаловали. Еще есть подозрение, что этот скелет-рыцарь это то же самое, что у людей, только хп чуть меньше. Ну да, да, скелет-рыцарь жесткий. Видимо, тут где-то есть скелет-рыцарь, потому что меня дамажит. А, ко мне вообще толпа пришла. Ко мне 4 больших пришло. 5 скелетов рыцарей или 5, 6, наверное, их. И миллиард лучников с обычными скелетами. Это точно карта ПВП? Я не знаю. Но я вот сейчас еле-еле отковырялся от толпы. Мне так надо тут цель ставить выжить 40 минут. Выжить просто хоть сколько-то. Да. О, еще рыцарь, найс. Ну, надо строить рыцарей, беречь их, отводить, спасать. Типа такого. Береги рыцаря с молоду, да, получается? Ой-ой-ой. Может, я кому-нибудь прорублюсь? Прорубись ко мне. Будешь спасать меня от толпы. И жалко, здесь даже не написано, сколько юнитов убито. То есть мало того, что голды не дается, даже ЧСВ не потешить. Скорее всего, юнитов убито считается, когда, типа, убить людей юнитов. Я умер. Ну, я, кстати, сейчас несколько юнитов убил человека. Посмотрим. А, ты умер, то есть мне сейчас справа еще активнее будут нападать, да? Да. Но к тебе там совсем большая пачка придет. Прям огромная. Не, нет, когда форт умирает, они взрываются. Нет, там с двух сторон просто ко мне пришли, поэтому пачка по-любому придет. О, так я мастерскую все равно... Блин, а мастерскую, оказывается, все равно можно строить. Блин, жалко вот хилеров каких-то, ну, по крайней мере, я не видел, не знаю, может они есть. Есть какой-то храм, но если его строить, то багается вся фигня с этим. С ресурсами, с углем, с железом, их ноль становится. Серьезно? О, мечник, у меня тут мечник есть, ё-моё. Блин, тут какие-то пауки уже пришли. Мертвый ныруб. Мертвый ныруб. То есть храм не нужно строить, да? Да, все богатый. О, ой, еще какая-то толпа тут пришла. Ну, кстати, нормально, что жалование только жрали. Ну я сейчас построю побольше этих рыцарей, не знаю, что из этого будет. Дерево у меня дофига, конечно. А мушкетеров не хочешь построить? Так а нафиг рыцари. Просто фишка в том, что строить много рыцарей и отводить их. Ну, регейн, типа. Ну, написано большая дистанция, высокий урон. Так а зачем мне? Ну, типа, просто жить. Главное танковать. Ну, главное построить столько рыцарей, чтобы ты мог их отводить, и они успевали регениться. Их либо будет достаточно, либо нет. Если достаточно, то, по сути, ты будешь жить бесконечно. А если недостаточно, тебя просто прорвут и все, как бы. Ну, рыцарь стоит только железо, а мушкетер 50 железа всего лишь, 80 угля. Всего-то 80 угля. Да, стране угля. У меня, например, 1500 угля. Было бы куда тратить, я бы потратил. У меня 1700, кстати. Поэтому... И самая плохая идея, знаешь, вот. Гипотично. 5000. Все, Вадим, к тебе идет орда. Блин. Ну, у меня получается этот, две пачки по 5, ну как пачки, не совсем пачки, два отряда по 5 мечников. Два отряда по 5 мечников, я надеюсь, этого будет достаточно какое-то время. Вряд ли. В принципе, я же могу вот сюда пойти, на передний план как бы, ну да. Там-то нигде проходов нету больше. Алекс Ред, надеюсь, мне в спину не нападет. А как Алекс Реда убили, лол? Но форт потерял. Нет, в смысле там вроде к нему прохода нету особо. У тебя там и к этому не было прохода. Да и как... А, нет, ну с ним-то понятно, он сам прорубился, типа. Ну я вроде с толпой справляюсь, ну типа 5 мечников это очень сильно. Тебя просто никто не пробивает практически, кроме скелетов рыцарей, а ты всех с плашом гасишь. Единственное, железа не хватает. Но я сейчас надеюсь по... Уёб, парасоты. Ай! Ай, я рыцаря потерял! Офигеть! Это как так-то? Ой, придется отступать, пацаны. Живем. Слушай. А, я и здесь рыцаря потерял. А как это происходит? Блин, надо как-то две пачки контролить. Непонятно как, короче. Где рыцарь? Походу какие-то ренжи, что ли, сильные у них. Блин, а мастерская... Надо было мастерскую строить, там увеличение запаса прочности построек есть. Мастерской? Ага. А еще какие-то автономные башни, интересно, что это такое. Ну типа, в которых не надо никого сажать, видимо. Можно. Может быть. Фух, блин, я потерял двух рыцарей, конечно. Да, блин. Не, ну реально, походу, недолго мне осталось. Где моя пачка пришла? Вадим, ты где? Я попытаюсь тебя спасти. Ну я прям по центру, чуть ниже, чуть левее. Ну мне просто с двух сторон идет пачка. Блин, мне бы как-то надо было застроить, что ли, зданиями, чтобы они... Не знаю, если честно. Ну если я успею, я приду. Приходи. За. Получается, у них просто такие же сплушующие, как и у меня. И они нападают с двух сторон безостановочными толпами. Ну, по идее, ради этого храм строится. Там вроде какие-то каменюки вызываются, сколько я помню. Блин, у меня все эти ранены, к сожалению, все мечники. Вроде я справился тут более-менее. Ну сейчас снизу не нападали какое-то время. Вадима убивают. Чё, слышишь? Я живу. У меня все нормально. Не, я выжил, найс. И вот как раз все вот они сейчас стоят, потихоньку регенятся. Плюс я новых мечников строю. К тебе еще пачка не дошла. Ну хорошо, чё, как бы этот, хоронить меня не надо. Проиграл, молодец. Ну вот. Не дают похоронить человека. Что за... Купить железо. Не, ну нужна какая-то масса рыцарей. Ого, подожди, Сигдач. Ого, вот это подкрепление. Сколько у тебя рыцарей? Рыцарей 0, я их не могу строить. А, это двуручные мечники? Ну слушай, если ты тут постоишь, будет прям хорошо. Тут мне хилов нет, они сейчас все лопнут. Ой, блин, я тебя в спину тут... Отведи, отведи, отведи. Ну слушай, у меня 10 Вадим, рыцарей. 10 рыцарей. Ты лопну сейчас, иди спас... Да ло! Недолго ты побыл пограничником. Ну какую-то часть я забрал. Так мне главное рыцарей убить, остальное как бы меня не пробивает-то вообще. Я убил вроде всех рыцарей. Один остался. Ну один фигня, у меня... Не, сейчас почему-то снизу перестали идти. А, там еще... О, один, там очень много их идет. Тебе пара толстяков идет. А толстяки-то фигня, рыцари имба. Рыцарей, ну, штук 5. Ой-ой-ой, снизу, снизу напали. Не, ну я сверху отбился хотя бы. Отбился снизу, нападает сверху. Так, рыцари. На тебя еще сверху идут. Разведка надала. Говоришь, сверху идут. За жопа. Так, вот этого раненого сюда отправим, короче. Всех идут рыцари, очень много рыцарей. Чего, много рыцарей? Угу. Блин, а как-нибудь можно вот эти элементы ландшафта, которые камни убивать, нет? Нет. Идет супер большой зомби. 14 тысяч кп. Ни хрена себе. Ни хрена себе, реально. Я не шучу, если что, он сверху идет. Да я понимаю, мне снизу пока надо завалить их. И отрегениться как-то еще. Ну я тут хайчу их пытаюсь. Красавчик. Ну что-то им немного все равно. Ну тут килограмм рыцарей я снизу убил. Я контент идет уже почти дошел. Контент уже в пути, да? У меня сейчас будет пачка рыцарей, я не знаю. У тебя, короче, выходи, у тебя есть сверху, снизу и снизу. Точнее, сверху, снизу и сверху, снизу. Снизу, сверху. Да. Сверху, снизу, снизу, сверху, снизу, да? Сзади. Да. У вас какой у него урона, интересно? А что ты ко мне отведешь? А куда мне вести? Там к себе? Я не веду к тебе, они сами идут к тебе, это не я. Так в смысле, они за твоим юнитом идут, сами идут. Сначала прибежал твой юнит, потом они. Я их не вел, это они все сами туда шли, я ж не могу их отконтролить. Не идут за мной. Жопа. Ну там сейчас большой рыцарь придет, а я тут хочу сейчас... Ладно, все, под... Ой, большой зомби. Ого, он откидывает назад. Ёшкин кот. И тут сзади пачка рыцарей. Ну все, я закончился. Два огромных рыцаря, 14 тысяч хп. Атака, конечно, 0-0, но... Не, он даже... Так а что, смысл? Он раздалбывает самых сильных юнитов в игре, как бы. Ну, походу, может, Женя был прав, и нужно было строить мушкетеров, но здесь просто с сильными юнитами идут слабые, надо как-то еще отконтроливать и мушкетерами убивать скелеты рыцарей. Так самые сильные юниты — это же рыцари света. На конях. Да, они сильнее рыцаря? Конечно. Да. Почти в 3 раза. Это в конюшне. Ну, блин. Они у меня вдвоем почти всю толпу перегасили. Так всю толпу я уже убивал много раз. Те зомби 14 тысяч... О, Алекс Red пришел. А у него реально 1100 хп. Я думаю, они вдвоем захасили бы его. А вы все сдохли уже или кто еще живой? В целом, наверное, все сдохли. Ну да, получается, моя ошибка, что я не построил рыцарь света, но есть еще проблема, что непонятно, куда дальше, как бы. Ну, типа, чё? Вот я дефался. А где ману найти, интересно? Ману в храме, но если ты построишь храм, то у тебя будут проблемы со всеми остальными ресурсами. А почему, кстати, это не фиксит никак? Все, главное здание не построить. Иди, конечно. Не показываются или прям пропадают? Ну, не получается построить. То есть они у тебя есть, а построить типа не получается. Что-то такое было. Блин, у меня инком до сих пор 1700. Хоть мне базу снесли. О, Вадим тут отстраивается. Да я пытаюсь, конечно, построить. Хочу посмотреть, какую юниту. Да не, отстраиваться смысла нет. А ты не сможешь построить рыцаря, потому что форта нет. Да. Да-да-да. И кузница там нужна, кажется. Ну, кузница-то ладно. 200 железа он всего стоит, лол. Так, что за форт? Мейн здание. А, форт это главное. Да-да-да. Получается, надо было строить рыцарей света. Но я не уверен, просто я-то этими мечниками держался, убивал толпы, я убил-то юнитов, наверное, 300, но как бы потом пришли короче, пришли эти зомби огромные, они, ну, просто убивают, как бы. То есть мечники, они, по сути, почти неуязвимы против остальных, их только рыцари немного пробивают, а большие зомби, моих 10 рыцарей уничтожили просто на изи, как бы. То есть не факт, что спасло бы. Ну, надеюсь, карту улучшат, и она прям будет мега крутой. И все будет замечательно. Но я в любом случае... Мне приходит еще какая-то пачка нерубов. И я со всеми прощаюсь. Всем пока.